Nasıl oldular şanslı bir türlü oldu? Valla. Zahribani. Привет, существа. Меня Игорь зовут. Вы хорошие? Какие же вы хорошие существа. Какие же хорошие. Что? Ну как сегодня? Что снилось ночью? Да? Плыли на реке? На плоту? О. Какие же хорошие. Ты меня осознаешь как космическое существо и чистое сознание, проявленное в этом теле. Я тебя осознаю как космическое существо и чистое сознание, проявленное в этом теле. Давай еще по одной главе йоги вашитхи бахнем язык за 15 минут уже. Thank you.
Как это прочитать? Трдельник. Трдельник. Thank you.
Цып-цып-цып-цып-цып-цып. Да, пошел. Цып-цып-цып-цып. Все, прекрасно. Может, это она, девочка. Распусти-ка свой хвост. Павлины пасутся с голубями. Все как обычно. Ох, как хочется орешек. Ох, как хочется. Страх даже потерял. Страх потерял. Буду с руки брать. А, голод не тетка. Ох, как хочется орех. Самый смелый получил. Все. А те-то в сторонке и прошли. Вот так и в жизни. Пока тот надумает, этот все возьмет. Ох, герой! И тут смелых оказалось много. Так и родилась конкуренция. Мощное проявление человеческого эго. Главное, чтобы эта смелость не переросла в жадность. А то можно лопнуть. Но тут высшие силы решили, что не все самым смелым достается. Что нужно делиться. Грецкие пражские орешки насобирал под звон колоколов. И тут прилетела пчела. Аромат белой розы услыхала она. А вокруг чудная красота. И вдруг тут лёд, а тут поспел инжир. Вот это праздник, вот это пир. Пчелки носят мед. Там еще один.